Идея этого видео родилась из многочисленных вопросов. После моего первого поста в Фейсбуке о обучении украинцев в Словакии, о том, куда моя дочь Карина будет идти учиться после школы, для того, чтобы поступить на бесплатную программу обучения в Словакию, наше украинское ЗНО не важно вообще. Я могу рассказать исключительно о своем опыте, не настраивая никого выбирать именно эту страну и идти тем же путем. Потому что столько вопросов, сколько прилетело мне за вот эти вот 3 дня, ну, наверное, за все 10 лет меня столько не спрашивали. Давайте с самого начала. В этой теме я чуть больше года. За это время я пересмотрела тонну всех сайтов, переобщалась с кучей людей, со студентами, которые уже учатся в Словакии, с их родителями. Задавала всякие неудобные вопросы образовательному центру, с которым собиралась сотрудничать. Пересмотрела гигабайты видео, которые есть в Ютубе. Сейчас, наверное, каждый студент снимает. Уделяя внимание, наверное, по 5 часов в день глобальное выуживанию информации. Поначалу собиралась сама оформлять все документы ребенка. Ну что, не справлюсь, что ли? И чем больше я в этом копалась, изучая списки, которые нужно предоставить в университет, я понимала, что любой мой прохлоп, любой документ просто выкидывает ребенка из этого всего процесса. Один надо подать вовремя там, до 15 марта, другой до конца апреля, третий еще когда-то. И ты, когда не очень в теме, можешь это все прощелкать и потерять эту возможность. Поэтому я решила, что буду обращаться к какой-то образовательный центр, который непосредственно гарантирует 100% поступление моего ребенка в Словакию. Ну, это, мне кажется, самый тяжелый выбор – доверить будущее своего ребенка каким-то чужим людям. Да, важно выбрать вуз, город, специальность – очень важно. Но не менее важно выбрать тех людей, которым ты доверяешь, ну, жизнь, будущее своего ребенка. А у меня это единственный шанс. У меня один ребенок, и вообще не имею права на ошибку. Поэтому, наверное, только 3 месяца своей жизни я посвятила фильтрации всех этих фирм, которые вообще есть на территории планеты Земля или как, ну, в интернете. Их очень много, реально. Сначала я отбросила все те, которые предлагают одновременно Австрию, Чехию, Польшу, Словакию. Типа, выбирай, и мы у нас такой крутой образовательный центр, мы тебя везде поступим. Выбирала среди тех, кто нацелен исключительно на Словакию. Таких тоже оказалось много, больше 10. Красивые сайты, Инстаграмы, Фейсбуки, они присылают много фотографий. Ну, меня этим всем не удивить, ни фото, ни обзорным видео. Муж фотограф, мы сами много ездим путешествуем. Я понимаю, как нужно красиво снять и так далее. Все это реклама, и я на нее не реагировала. Что я вам советую сделать? Сами вот посмотрите эти сайты. Они информативны. Реально, у многих есть так подробно описанные специальности, институты, список тех же документов, которые нужно подать. Начните с этого. И каждая такая фирма предлагает бесплатную консультацию. Вот пользуйтесь. Как в итоге я выбирала эту фирму? Когда мой фильтр личный сузился до 5, мне все нравилось. Как девочки разговаривают со мной по телефону, как быстро они выполняют все мои запросы. Настолько все было идеально, и мы уже дошли до того, что я была включена в какие-то закрытые группы, в Телеграм, в Вайбере, где именно уже для будущих абитуриентов шел такой вот процесс. И вот спасибо всему этому я увидела, кто стоит во главе образовательного центра, ну вот не называю просто название, вот женщина в возрасте, бывший директор школы, она создала на базе своей школы, чтобы не терять этих будущих студентов, да, вот такой бизнес. И наняла там девочек, красиво говорящих по телефону. Они, вот как в телемагазине, они так разговаривают, что ты уже готов туда поступить, все купить. Но когда выключаешь эту кнопочку в голове, слушать
истории успеха и так далее, и понимаешь реально, что они гарантируют только поступление. Все, на этом их деятельность заканчивается. Эта тетя не выйдет со своего красивого кабинета и не побежит решать вопросы, если вдруг они возникнут у ребенка там. А мне нужно было найти такую, ну, таких ребят, не безразличных, неравнодушных. Мне по большому счету пофиг, где у них его офис, в Киеве, в Днепре, в Запорожье или еще где-то. Мне важно, чтобы у них там был офис, чтобы мой ребенок не оказался брошенным. Ну вот, ну поступила она, дальше что? Ну дальше как-то надо приехать, поселиться, получить этот студенческий, пройти медкомиссию, чтобы там помогали, там, здесь я сама справлюсь. Таким образом еще сужался мой поиск. Методом такой фильтрации своей очень дотошной я и общалась с родителями, со студентами, и читала отзывы на сайтах, и находила этих людей, которые пишут отзывы в Фейсбуке, писала им письма, расспрашивала, насколько они довольны тем, что вы правильно ли выбор сделали, а как город, а как эта фирма, а насколько они дальше исполняют свои обязанности. Или они вот все, ребенка зачислили, вы бумажку получили о зачислении и до свидания. Ну вот я глобальный просто анализ провела. И когда мне уже прислали три фирмы, которые вот путем моей фильтрации остались, три компании, они прислали договор, я разложила эти все листочки, стала сравнивать, что входит в стоимость. Примерно у всех одинаковая стоимость, там 1350, 1400, 1500, ну то есть вот так вот, в одних пределах. Но когда вы начинаете глубже разбираться, например, в эту сумму у одних входит 4-месячное обучение словацкому языку по скайпу, а у других это стоит 15 тысяч гривен, то есть отдельно доплачивать. У одних входит перевод всех документов на словацкий язык с нотариально заверенным апостилем. Это для этого нужно ехать там в Киев, находить этого аккредитованного нотариуса, занимать к нему очередь и так далее. То есть это время, деньги и все. У одних это all-inclusive, так скажем, пакет документов, а у других нет, вы это делаете сами. Вы только должны эту справку предоставить до определенной даты. Так я все больше и больше фильтровала. Лучше я заплачу там на 50 евро больше, но я получу полный пакет, я ничего не профукаю, и моего ребенка там подхватят, не просто перевезут через границу и подвезут к общежитию, а там дальше заселяйся, а полностью ему будут помогать и сопровождать его. И это очень важно. Вот мне, как маме, очень важно. И я вот, слава богу... Я нашла таких ребят. Это фирма West Study. Ее руководителем, директором является бывший студент, который помогает нашим максимально легко адаптироваться там. Вчера на сайте сделали строчку промокода, вводите пароль, который видите на экране, и получаете скидку на их услуги 50 евро. Я вообще не блогер. Даже думала пойти в какую-то кофейню, чтобы был красивый, стильный интерьер, и записать оттуда видео. Как-то там сделать макияжик, причесочку и ответить на все ваши вопросы. Ну блин, вам не это от меня надо. И мне кажется, это вообще все как-то не важно, потому что основное, что я хочу рассказать, это поделиться своим родительским опытом. Добрый день, Наталья. Куда бежать, с чего начать? Интересует, на каких сайтах вы искали, какие вузы, контакты, куда можно обратиться за консультацией. Возможно, у вас есть контакты людей, которые помогали вам, куда обращаться. Примерно одни и те же вопросы. Давайте я расскажу исключительно свой опыт. Вот все, что было со мной, я вам расскажу. Ну, для таких, как я, собственно, и записываю это видео.